Так, и мы продолжаем. Седьмая часть эпичной игры. Продолжим, да? Так, нам надо... Так. Отлично. Всем привет, кто подключился, только... Продолжаем, так. Давай сожгу я его, так. А, я, короче, хотел сейчас задание вот это убрать. Нужна помощь! Это срочно! Меня кто-нибудь слышит? Помощь идет! Прием! Слава Кире! Я на старой ферме! Отправляю свои координаты! Пожалуйста, поспеши! Держитесь! Скоро буду! Просто и не при нуле. Привет, Аджай! Ты здесь, слава богам. Волки отступили, я их слышу. Расставь мины, так мы удержим волков на расстоянии. Волки не должны добраться до них. У зверей бешенство. Дефлёр использует больных волков в своих... Блин. Зачем ты под ствол подлез? Прям под вообще свою башню. Ай, блин. Так. Специально стал смотреть, куда ты будешь поворачивать, чтобы эти собаки появлялись. Нет, ну надо, конечно, стать одной. Ты здесь, слава богам. Волки отступили, я их слышу. Расставь мины, так мы удержим волков на расстоянии. Так могу их убить. Волки не должны добраться до раненых. У зверей бешенство. Ты боец. Деплёр использует больных волков в своих пытках. Наверное, они сбежали и разнесли заразу по лесу. Что за... Вроде, да? Дикие собаки, беги! Еще два. Вот черт! Их не остановить! У нас еще есть шанс. Злобный тварь! Бешенство! Пошли! Чёрт, пошли! Куда? Блин, бегут, а? Всё? Больше не видно? Нет, кажется, это был последний. Все?
надо. Короче, мне надо. Сейчас я хочу сделать кабанго. Четыре кабана. Вот одну собаку, четыре кабана найти мне надо. Че я хочу? Найти собака, кабанок, стрелка. Здесь як есть, можно сразу за яком. Давай пойдем за яком. Траберы, рано сообщить вам фантастические новости. Чуть-чуть, чтобы не сглазить. Но Золотой Путь одержал несколько побед и отобрал несколько аванпостов у армии короля. Это значит... Так, теперь мне надо найти здесь некий неправильный путь. Сушняк. Так и просто донайте яку. Где? Где он? Вот он. Только выстрел, ты должен был сдохнуть. Так, теперь мне надо кабаны и собаки. Собаки вот, да?
кабана. Эти парни в капюшонах быстрее и опаснее солдат. Я сейчас уведу, и будет четверо-пятеро наш, а противник один на инвентаре, да? И они не могут убить. У них есть оружие, подстрелили барла. Два кабана. Всех кабанов распугали. Собаку надо. Короля, но форма у них сильная. В этом я скажу.
вот он, хор. Нужно немного сюда. Бомбит меня. Ой, ладно. Зачем? Сумка свинточная ножа. Ингальский тигр нужен. Волк. Да, медведь. Да ладно, я, кстати, на хор мне вот Блин, зараза, резкая какая-то.
В принципе, стаями не двигаются, но так и должно быть. Это там есть еще сейчас. Аджай, друг мой, надеюсь, все в порядке. О, леопарда, это что у нас? Сумка с патроном увеличить или колчан, да? Можно еще, наверное. Когда в городе боли устают бить рабов, их стравливают между собой. Леопард! На помощь! Помогите! Опа-на. Блин. Я думал, леопард прибежит. Он прибежал к леопарду. Блин, надо чем-то посерьезнее брать уже. Как зверя соберем. Да.
еще один. Тигр. А вот этот чуть-чуть уклонился далеко. Лёд и конец. Патронов нет, да? И нет патронов. Я уже приготовилась. Извини, мы можем поговорить? Если бы не ты... Мадар, чёрт! Thank you.
дело, нету. Двойные надо вот сюда. Двойные пошли сюда. Так. Ну, знаешь, одну вот эту спорту. Этот. И ты, пацан, даже не понял. Эти высоко, да? Они нужны на мне. Живите. Эй! О! Слухи не врут. Входи, входи, входи. Мне называть тебя Аджай или Адонис? Задумчивый взгляд, гордый профиль. Одежда, правда, как у солдата армии спасения, но это лечится. Кто ты? Я Муму Шифон, портной, который был избран королем Кирата, его величеством Пейганом Мином. Но ты зови меня мистер Шифон. Рад знакомству. Ты человек Пейгана? Был им. У нас с ним вышла размолвка. Он посылал убийц, я скрывался. Давно было дело, сейчас речь о другом. Скоро пройдет неделя моды. Мы можем помочь друг другу. Тебе нужны вещи, а мне модель. Я думаю, что ты станешь изюминкой моей коллекции. Под названием «Модное ополчение». Я должен буду это надеть? Это? Это так, эксперимент. Нет, только самое лучшее для блудного сына. Я долгие годы учился дизайну в первой академии моды Парижа. Я считаю, что главное
– это удобство, а красота – это вторично. Руки. Тебе нужно добыть особые материалы. Мех, кожу, перья. Мы подчеркнем твою первобытную сущность. Я расскажу, что и где можно добыть. Надеюсь, что ты такой же талантливый, как и я. И обещаю, ты будешь неистов. Ну чего ты встал? Тик-так. Вернешься, когда выполнишь все мои задания. Голубовато, голубовато там. Однозначно. Высоко лежу. Не все равно куда, да? Можно полетать. Мистер Шифон, вот выкройка. Это что, бронированный кошелек? Я рад, что тебе понравилось. Кошелек. Вообще-то это рыба-демон. Думаю, чешуя в этом сезоне вновь будет популярна. Я настолько в этом уверен, что нанял местного рыбака следить за их излюбленным местом, чтобы никто не перехватил улов. Благодарности позже. Спасибо. Не стоит благодарности. У того парня ты найдешь все, что нужно для рыбалки. Лодку, ящик Шангри-Лагера и уйму взрывчатки. Будь неистов. Это откроем. Чаще кто-то пройдет. Одна рыбка.
Хотел сюда падать, но ладно. Вот она, да? Противник наверху! Ничтожество! Ничтожество! Стреляйте! Стреляйте! Блин, там глубоко. Сюда, на пол.
Чего нельзя здесь готовить? Можно одно задание выполнить и все, еще одна часть готова. Что за задание? Давай попробуем что-нибудь такое. Типа, знаешь, судить еще один какой-нибудь. Я не знаю, можно.
помощь! Тупо закидал их. А? Ну я просто хотел этот как-нибудь необычно захватить аванпас. Я сделал это так вертолет. Как? Да, можно. А чё, необычно захватил? Мало этот только он чисто закидал. Это называется это какого? Как же называется? Креативно! Захватил его просто. Я рехнулся? Типа так захватил и рехнулся или чё? Ещё один аванпост! Снова победа золотого пути! Лучше идёт в этот дом. Рад тебя видеть! Так, чтобы вы знали, вот это заново повторно захватить этот же аванпост. А зачем повторно захватывать, если я уже его захватил? Я скоро продолжу борьбу. Я убью его. Это мой дом. Вся моя жизнь. Он всех убил. Все, ребятушки. У ребятушки лаладушки, или как, друзья, спасибо большое, что смотрели меня. На этом пока мне все. Пока-пока.